Я с вами согласен. Да, ну вот я говорил о журналистике, о том, что или это эти таблоиды или прочее принадлежат определенному клану, зависит от владельца, от олигарха, который оплачивает это, понимаете, от его взглядов, от его друзей и прочее. И эта тенденциозность, конечно, и правды-то нет, в чем дело. И это остается под коркой у читателей. Они говорят, о, так он, вон он какой, вот они о нем что говорили. А когда встречают этого человека, говорят, вы же совсем другой. Вот о вас писали-то такие гадости. А заказные статьи, покупные статьи. Блогеры то же самое. Когда вот была моя травля меня, вот у Малахова, там, в связи с разводом, жуткая была травля, я там в больнице лежал. А позвонил один человек моей жене, сказал, всего, говорит, 7-9 тысяч будет стоить долларов, и мы прекратим этот. Или организуем. Ясно, да? Вот, ну, мы послали, конечно, далеко этого товарища. Но оно существует. Организует, вот сейчас... Сейчас, когда появился мой Моцарт, да, когда я был на концерте Карлы Бруни два дня назад, и она ко мне обратилась с тем, что я одну или две песни писал на русском языке для нее, она замечательно поет. А потом был ужин с Саркози. И когда узнали об этом, вывалились сейчас в блогах, что я там нарушил там, два года назад там, эту самую линию, там, заехал там, на дороге, что у меня там с Успенской был какой-то там скандал, что жена там... В общем, все вывалили, что можно было, что было 5 лет назад, и вот все в одно. То есть целенаправленно. Вон оно как, Михалыч.